Профессор Анна Паскуалини, университет Тор-Вергата. Рим дает нам информацию обо всем, абсолютно обо всем. Потому что Рим был, если можно так выразиться, местом, где в течение по меньшей мере тысячи лет творилась история. Рим – центр огромной империи, простиравшейся от Британии до Армении, от Африки до Германии. Это колоссальная территория.